зачатых и детей своих. И он закрыл болезни, выходы и тропы, чтоб разобраться мы могли в себе самих. А если это не поможет, то к несчастью умоет, смоет злобу, ненависть людей. Не зря приходят в жизнь проблемы и напасти, и нужно просто заглянуть в себя скорей. Устал Господь от вечных споров и от продуманных расчетливых умов. Он захотел на внешний мир накинуть шторы, чтобы он каждый поискал в себе любовь. Успокоившись о маме и об отце, о детях, о семье своей, найти ответ не просто во всемирной драме, когда душа потом от старого черствей. Как зомби люди, каждый жил в своем смартфоне, не замечая, что уже весна поет. Одни танцуют, улыбаясь на балконе, другие камни кинут в тех, кто к ним придет. Наверное, Бог устал надеяться и верить, и к радикальным мерам сразу приступил, чтоб перестали мы никами жизни мерить. Ведь нас самих уже тошнит от тех мирей. Разглядели, вакцина это сострадание сердец. На нос и рот поспешно маски все надели, но хохотал над той защитою отец. Бесценна жизнь, вот суть небесного посыла. И если мы вину не сможем осознать, то значит мы достойны этой мощной силы, что нас готова наказать. Устал Господь, устал Господь от вечных споров и от продуманных расчетливых умов. Он захотел на внешний